часы, настенные наручные настольные, будильники, барометры, аксессуары, подарочные сертификаты. Часы – лучший подарок. Магазин «Часы», Первоуральск, Чкалова, 43. В связи с принятым решением президентом Российской Федерации о введении режима самоограничения из-за коронавирусной инфекции, военным комиссариатом Свердловской области принято решение о переносе вызова граждан на мероприятие призыва на 13 апреля 2020 года. В настоящее время граждане оповещаются о явке на мероприятие призыва по телефону. Первые отправки призывников на областной сборный пункт перенесены с 20 апреля на 20 мая. Значит, планируется всех призывников, которые прибывают на сборный пункт, тестирование на наличие в них коронавирусной инфекции. И по прибытию в часть воинскую планируется двухнедельный карантин. В случае продления, значит, режима самоограничения, оповещение о дате переноса граждан о явке на мероприятие призыва будет производиться по телефону. Значит, просьба призывникам, которые имеют уже на руках или повестки, или устные сообщения, звонить дежурному по военному комиссариату по телефону 66 77 70.